Вот эти вот подписи отбирались для того, чтобы направить эти подписи на экспертизу, вот эти вот подписи. Центральная избирательная комиссия досконально, серьезно каждый подписной лист изучила. Что это лишний раз доказывает? Доказывает то, что вот эти вот вычеркнутые подписи, они не были учтены в том количестве подписей, которое было направлено на экспертизу ВКЦ и УФМС. И тут попахивает аферизмом, я вот так считаю, вот по всем, вот, которые сейчас суд рассматривал. Вот 96 подписей, которые нам, например, предъявляют, мы их сами вычеркнули. Понимаете? Они нам это предъявляют. То есть до сдачи в комиссию мы их сами вычеркнули. Потом еще есть такой момент там, они, вот 17 подписей мы нашли, что они повторяются у них, понимаете? То есть в два раза, а одна вот. То есть ФМС ее вычеркнула, уже Федеральная миграционная служба вычеркнула. И они нам опять ее предъявляют. И она еще повторяется там в третьей таблице, в четвертой таблице повторяется. То есть вот здесь я могу сказать, что здесь именно злой умысел. Это раз. Наш председатель партии на сегодняшний, вчера уже по всем партиям мира отправил телеграмму о том, что КПРФ против коммунистов подает в суд иск. Мы же те же коммунисты, которые вышли из этой КПРФ. Мы после, просто вышли оттуда, вот по беспределу, который творил Мергалимов, который творил Зюганов, понимаете? Они нас исключали, с нами вот 12 секретарей райкомов каков были исключены, и с нами люди просто вышли. И мы вот образовались, это новая партия, это мы те же, и на нас же подали в суд. Вот я просто хочу сказать, Хафиз Гаязович, ты сам когда-нибудь подписи собирал? Ты вот подаешь в суд не на меня, ты подаешь на тех бабушек, дедушек, 70-80-летних людей, которые ночами не спали, собирали эти подписи, и вы на них, у вас совесть хватает у Прокофьева и Мергалимова подавать в суд. Понимаете? Я, конечно, эмоционально здесь говорю, но откуда совесть у коммуниста подавать на коммуниста?